Если бы меня спросили, с чего началась музыкальная культура Орехово-Зуево, я не задумываясь бы ответила – с хора. Потому что именно более 100 лет назад по просьбе Савы Тимофеевича Морозова Адриан Николаевич Гайгеров организовал первый хор рабочих в Орехово-Зуево. И он выступал на этой сцене, открытого тогда в 12-м году Зимнего театра. И этот хор стал первым в России хором рабочих. В зале любителей хорового искусства почетные гости родители. Сегодня 250 учащихся поют в разных коллективах хоров детской школы искусств имени Якова Флиера. Каждый состав носит свое название – «Капель», «Веснушки», «Акварель», «Подснежник». Эстрадный хор в ДШИ появился совсем недавно, а участники народного фольклорного хора уже артисты многих площадок города. На протяжении нескольких часов для зрителей звучали песни из любимых мультфильмов и советских кинофильмов, классические произведения. Песню, посвященную столетию Орехово-Зуево, многоголосый хор исполнит в день юбилея.